В Ульяновске состоялся чемпионат России по кикбоксингу. Орловскую команду представило 9 спортсменов. Один из них прошел финал. В итоге, по единогласному решению судей, орловчанин Максим Филин в заключительном поединке одержал победу над краснодарским спортсменом. Бой был достаточно тяжелый, даже кое-где равный, но благодаря, я думаю, моему упорству и многочисленным тренировкам, поддержке тренера и всех после меня победил, я смог выиграть. Для орловского спортсмена это уже третье золото за первенство России. Сейчас Максим Филин в составе сборной России по кикбоксингу готовится к предстоящему первенству мира, которое пройдет в Ирландии.